Так, в станице Гастагаевская сотрудники ДРСУ «Вираж» приступили к реализации масштабного проекта по практически полной реконструкции трассы в районе станицы Гастагаевской и Андреевой горы. Сюда включено не только восстановление дорожного покрытия, но участки более 4000 метров приведут в порядок тротуары, остановочные павильоны и прилегающую к дороге инфраструктуру. На работы из федерального бюджета выделено порядка 67 миллионов рублей. Срок окончания – май следующего года. Кроме этого, с начала прошлой недели в Субсехском сельском округе также начались дорожные работы. Серьезные изменения коснутся центральных улиц села. Сейчас начали асфальт класть по улице Центральной. Производится укладка первого слоя асфальта от дома 15 до улицы Прибрежной. Улица Жлобова, улица Горького, Николаевская и Новоселов. Будет в щебеночном исполнении сделаны дороги. И в следующем месяце будет ямочный ремонт в городе Анапе. Уже в начале ноября тяжелая техника появится и на других улицах Анапы. Капитально отремонтируют улицу Промышленную и 40 лет Победы.